Здравствуйте, дорогие мои друзья! Рада приветствовать вас! Сегодня у меня прекрасный день, день рождения, я жду гостей. Хочу поблагодарить вас от всей души за ваши поздравления. Не могла выйти в эфир и не сказать вам огромное-огромное благодарю, потому что уже с ночи, с 12 ночи посылаете мне какие-то интересные посылочки, интересные сердечки, красивые открытки. А самое главное, пишите прекрасные слова. Даже вот кто-то мне пишет: знаю, Светлана, вы не любите открытки, и поэтому я решила или решил написать красивые слова. Действительно, очень приятно, когда вы не просто какие-то открытки берете с интернете, а пишете слова от души. Вот это очень важно. И, конечно, отдельная благодарность за всем тем, кто кидает мне донатики на шоколадку, на тортик или на какие-то вкусняшки, на другие. Это прям отдельная благодарность. Я желаю вам, чтобы в этом году в материальном плане у вас было миллионы, миллиарды раз больше того, что вы делаете для других людей и посылаете какой-то вот такой добрый посыл. И, конечно, хотела бы поделиться одним поздравлением, которое меня тронуло до глубины души. Можно дать телефончик? Сейчас я включу, а вы послушаете. Просто приятные слова. Светланка, доброе утро. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе всего самого лучшего. Как говорится, красота радует глаз. Интеллигентность радует слух. А счастливый человек радует всю Вселенную. Я желаю тебе, чтобы ты как можно дольше радовала Вселенную. Поздравляю тебя, целую, обнимаю, люблю. Самое ценное в жизни – это любовь, уважение, доверие. Самое бесценное – это тепло души, теплота от людей. Я желаю тебе этой теплоты до самого конца твоей жизни, от твоих самых любимых и дорогих твоему сердцу людей. Светочка, радуйся жизни, благодари ее и будь благословена Господом Богом. Благословена – это значит, Бог любит тебя. Всего доброго тебе, твоей семье, Маргарите. Чудесные поздравления. Такие поздравления, честно говоря, даже слеза пробивается. Я еще раз благодарна вам всем. Я знаю, что вы сейчас будете еще посылать какие-то мне поздравительные открыточки, сердечки, кто-то донатики. Еще раз, миллион раз благодарю. Миллион раз я желаю вам в миллионы раз того, что вы даете, того, что вы делаете, того, что вы желаете. Если я кому-то сейчас сегодня не отвечу, я отвечу обязательно в ближайшие дни. Всех вас люблю, всем мира, добра и счастья. А главное, верьте в мечту, потому что мечты сбываются, и ваша мечта сбудется обязательно.